Так, я снова загрузила для прохождения экзамена. Мне написали, что у меня, собственно, последняя попытка. И я загрузила на этот раз разные работы. Повыбирала из своего, в общем, портфолио. Что-то у меня современное, что-то у меня совсем мое древнее. Это вообще я бы даже забыла, когда я рисовала. Смотрите, я вспомнила свое Green Planet. В общем, да, я поназагружала разные концепции, даже вирус у меня здесь есть. Выделяем и отправляем на проверку 20 штук. Это оказывается аналогично экзамену. И, в общем, теперь мы посмотрим, что нам напишут. Если напишут снова нет, значит, ну не судьба, посмотрим. А вроде как бы даже Шаттер давал неограниченное количество экзаменов. Репик вроде как сказал две попытки и все. Если не прошел, forever ты не с нами. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, у нас отправилось. Чего? А, вот оно в ожидании находится вот здесь. Вот. Ну, собственно, я вам напишу, одобрили меня или нет. Всем большой привет, дорогие зрители. Итак, я получила второй отказ. Вот так вот бывает. Да, это как-то прям очень больно и неприятно осознавать. Но загрузив даже второй раз свои работы, я получила отказ. Честно говоря, не знаю, что делать дальше. Но пока, значит, с этим стоком работы не будет, да, никакой. Будем развиваться, улучшать свои навыки и, главное, не падать духом. Вот, надеюсь, у вас, если вы пробовали регистрироваться, обстоят дела лучше. У меня, по крайней мере, не получилось пройти на этот сток. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока.